будемо битися голіруч. Ми будемо битися на землі і на воді, і під землею, і в небі. Ніхто із вас не вернеться звідси живим. Ви всі здохнете, а наша країна буде квітуча і вільна. Слава Україні! Героям слава! Ви окупанти, ви фашисти, ви прийшли на нашу землю. Какого хера ви прийшли? З оружием к нам. Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь ляжете. Сейчас наш разговор ни к чему не приведет. Давайте не будем усугублять эту ситуацию. Пожалуйста. Как усугублять Пожалуйста, ситуацию? Не будем усугублять ситуацию. Наш с вами разговор ни к чему не приведет. Ребята, положите в карманы ничего семечки. Ничего не решит наш с вами разговор. Я поняла, положите семечки Хорошо. Или семена цветов. Вы здесь семенами ляжете. Делаю. Вы так, пришли на мою землю. Хорошо, я вас слышу. Вы понимаете? Вы слышу. Оккупанты. Хорошо. Вы враги. Да. И вы уже с этой секунды прокляты. Громче, блядь! Военная часть 52-704. Где это? Место хождения Нижний Новгород. Так? Нижний Новгород. Нижний Новгород, красавчик. Что ты делаешь? Борцов, я сама на прием. Учения попали сюда. Все, я понял, слышал такую хуйню в августе 14-го. Зачем пришел? В смысле, я не знаю. Какую нахуй Россию, блядь? Ты знаешь, где ты находишься? Зачем ты в Украину приехал? А как ты здесь оказался, блядь? Какие задачи были? Задачи? Просто прокатиться вдоль границы, все, больше задач не было. Прокатиться вдоль границы? Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Как будет меня прием? Русский военный корабль, иди нахуй. Что, ребята, как дела? Что, тиха украинская ночь, да, как говорил великий украинский писатель Гоголь? Все ли у вас хорошо, ребятки? Нравятся ли вам наши байрактары? Как вы думаете, что это над вами сейчас летает? Как вы думаете, что это шуршит в кустах, пацаны? Какие у вас есть мысли по этому поводу? Чтобы это могло быть, блядь. Ребятки, он пиздец. Добрый друг Украины, Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів, все непросто, але тепер все буде. До речі, Ільхам Алієв і президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати. Путін said that in Ukraine the people will meet Russian soldiers with the flowers and preparing the Molotov cocktail. This is the flowers for Putin. Бля, еще жена ты пидор, бля. Ты зачем пришел сюда? Вы тут подохнете, ебаный мать. Блюдки, сука, ебаные. Какие ебаные? Вот пиздец мы будем удерживать. До самого Киева в Сибири трубаны. 3,5 тысячи вас залежите. 3,5 тысячи! Я благодарна за все. Если мне не получится выжить. Владимир Путин, обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. Вас дебила, той зука, блядь! Путин ебаный, блядь! И вас, дураки, блядь, ставят, чтобы вы шли вот сюда! Так вас уже, блядь, никто не вывозит! Вы валяетесь вот так! Нам не нужно вывозить, у вас русская весна, нахуй! Мы сами разбираемся! Вы откуда? Я? 92-я! Ебало, покажи, пидорасина! Блять, бек, все собрались? Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим
захисницям. Слава Украине! Слава! Героям, героям. Слава! Вот наши азербайджанские ребята, половина, вторая половина на улице, готовят для украинских войск пайки. Будем отправлять их. Еще раз, блядь! Еще раз, генерал, блядь! Это генерал, блядь! Знакомьтесь, блядь! Сломались, пацаны! Сломались! На корпус, ага. Может, оттащить на Россию обратно? А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Нет. На Киев, блядь, хуярите. Да. А где на подавайся говорят? Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши и плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда едут ехать, блядь. И я вот всю колонну пообспрашивал таких, как вы. Никто не в курсе вообще, кто куда едет.